900 миллионов тенге государственных субсидий задолжал акимат Усть-Каменогорска местным автоперевозчикам. Больше двух месяцев 8 городских автопарков не получали дотации, прописанные в договорах. Причем акты выполненных работ сдавали вовремя. В итоге представители транспортных компаний обратились в прокуратуру. После вмешательства надзорных органов часть средств удалось возместить. Всего же до конца года автопарки рассчитывают получить до 1,5 миллиардов тенге субсидий. Впрочем, это уже не первый скандал, связанный с госдотациями. Ранее антимонопольные службы зафиксировали факты неравномерного распределения субсидий. Несмотря на то, что местные исполнительные органы предпринимателями направлялись отчеты своевременно, принимались, подписывались без замечания, но выплаты субсидий не производились. Только после вмешательства прокуратуры города на сегодня уже погашена задолженность в размере 700 миллионов тенге. На сегодня выплата продолжается.